Напомню, что неархимедовой называют метрику поля, для которой выполнено усиленное неравенство треугольника. То есть φ от x плюс y не больше не только суммы φ от x плюс φ от y, но и не больше максимума из φ от x, φ от y. Оказывается, метрика неархимедова тогда и только тогда, когда для любого натурального числа n φ от n не больше единицы. Но под φ от n мы имеем в виду следующее. В поле есть единичный элемент, его надо сложить с собой, ну, так, чтобы получилось 1 плюс 1 и так далее n раз. Доказать очень легко. В одну сторону, просто по индукции. Смотрите, если мы знаем, что φ от x плюс y не больше, чем максимум из φ от x, φ от y, то φ от 1 плюс 1 не больше, чем максимум из φ от единицы и φ от единицы, то есть не больше единицы. Смотрим, доказав это уже, на φ от 1 плюс 1 плюс 1. Это не больше, чем φ от 1 плюс 1 и φ от единицы, то есть опять не больше φ от единицы и так далее. Так что индукция в одну сторону все совершенно очевидно. В обратную сторону делается так. Возводим сумму x плюс y в n степень по биному Ньютона. Там будут какие-то числосочетания. Числосочетания – это натуральные числа, поэтому φ от них должно быть у нас не больше единицы. Значит, в неравенстве мы можем числосочетание вообще не писать. Мы можем вообще не писать числосочетание. Здесь получается n плюс 1 слагаемое. То есть эта сумма не больше, чем n плюс 1 умножить на n-ную степень максимума из чисел φ от x и φ от y. А теперь извлекаем корень n-ной степени из обеих частей. Здесь получается корень n-ной степени из n плюс 1 умножить на максимум из φ от x и φ от y. Но при стремлении n к бесконечности вот эта величина стремится к единице. Это известный факт. И все. Поскольку вот это неравенство верно для любого натурального числа n и для любых x и y, то, устремляя n к бесконечности, получаем уже